Слышь, Войт, предлагаю после этого босса разролить, потому что вдруг на Синдре замена. Ну. Не, я имею в виду замены все равно, мне кажется, придется менять навык. То лучше разролить, чтобы лишний раз не говорили лишнего. Вообще похуй, что они там говорят. Если они Да ну там. долбоебы, блядь, не исполняют тактику, нахуй они вообще здесь нужны? Я бы им даже ни шмотки не дал бы, Сидели же нахуй. вроде, И чё. послал Все, бы ладно, не нахуй. бойтесь, нахуй. Это, хватит. Снимайте готовность. И отключите колонки кто-то. У кого там, сука, дублируется? Я справа. Ёбаный рот. Горде. У старого. Чё, хуёшься? У меня наушники. Да не, у меня не колонки, чё вы пиздите? У тебя дублируется сообщение. Сейчас я тебя забаню нахуй в Дискорде и посмотрим, у кого как. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах. А вы спросили у Пау? Или Пау, который летать будешь, этот ауру коня подрубай на портал. Большого забрать. Хорошо. Ну, дверь ты слева. Э, а что твой братишка, блядь, агрится так? Дайте на руки, я не понял. Руи! Руи! Мэнни, ты вообще, ну иди, броди в натуре. Еще третьего в разговоре въебут вообще. Знаешь такую? Нахуй ты лезешь туда? Блять, мы босса бьем, а не боремся. Я тоже уже мутить погнал. Хилы, летаем слева направо. Блять, право подавление никто не бьет. Заберите зомбака. Обязательно под толстого кидайте АУЕ сразу. На хилов будет агриться жестко. У них агро бешеная там сейчас будет. Блять, он теперь в чате пишет, этот воин. Да нахуй ты читаешь, пусть пишет. Да я так обратил внимание. Просто надо, блять, играть, а не писать. Хорошо. Вы просто заходите с той же стороны, откуда я захожу. Я там стою, жду 6 или 7 стаков проебал, пока вас. Закрой глаза. Смотрите этот разрывающийся он справа. Толстый справа. Подавители идут. Забили хуй на толстого. Идите, подавители идут. Танк с агри, он идет все. Ага, вижу. Огненный слева, все на огненном. Все, добивайте оставшийся трэш.
жир справа ловить. Подавители. Танк уводи жира, все на подавители влились. Слева танк лови, леди. После подавителя трезво влили. Под жирного АУЕ не забываем. Зомбак справа. Следующим Герода. Блин, холли пал, не заходи в тот же портал. Там же рядом целая куча стоит. Жир справа. Подавитель жир, слева. На жира хуй забили, подавитель бить. Да они, если слева, они и справа. Танк, смотри, там. Леди. Ага. Огненный слева. Стану ему дать. Добейте. Ой, я сейчас даст. Все, гасите трэш. Оставшиеся хилы, которые есть, захиливайте, помогайте. Там нет. Да не надо, соло захилю. Все равно рыть-то что, пол на земле. Я просто по хилу смотрю. Я проебал стаки против. Черечерик. Он что, старый, видишь? Разрали его? Ага. Я думаю, так, стоит пару лет. Мы спускаемся в лесу, вниз, в лифту. Не заходим. Шмоток, да погоди, да. Давай. Можно облюдовать сразу, что шмотки будут, что, блядь, потом это. Конечно. Дай мне помощника, пожалуйста, я объявлю перерыв. Фоджа, надо заходить с порталов не с правой с другой стороны, а слева, откуда начинает лететь. Вы заходите с другой стороны, я 6 стаков проебал, покажу. Вы сейчас не запутайте людей, что кто-то идет на перерыв, блядь, а кто-то говорит, что... Не, ДК выиграл. Там Алипс. Здесь 45. Ну, выиграл, чё. Это ПВПшная же хуйня, правильно? Да. А на офф нельзя, да, получить, как я понимаю? Мы не. Хуйня такая. Спасибо.
башни надо. Ну там этот же хотел ДК наш. Да. Так кинет, кидай следующий. Ну там наручик тут хотел. Классно, ник у тебя на ДК. Это чтобы всякие нахуй не знали, кто сидит на нем. Ой, ему прет на рол. Сам роли так уйдет. Какой-то разрулил. Да ничего не нахуй. Там с Вальки сапоги не падают. Хайсинт. А ты чё, Сарф? Сарф, а не ролил ещё ничего? Печенюги. Сам печенюги, они дальше не пытаются разбирать. Дай бог не срулю себе печеньку нахуй. Давай, погнали. Раз, два, три, кидаем, нахуй. 73, ебать. Аж встал у меня, ебать. Еще одна осталась. Гитары, пока. Ну, хороший перечень. Эрпал. Он монород. Роль. Да ну нахуй. А он, у него какой спек? Там все. У него фрост нахуй надо. Да не, ему они нахуй. Монород. У него они и есть. Давай монород. У него они и есть. Это долбоёб, еще раз говорю. Да ебать, сейчас его кикит нахуй, а он, блядь, все нароливает. Нихуя себе. Не, ну оставшийся шмот ты чё, короче, по нему все равно шло. Я кинул ролл, чтобы не забрал кто-нибудь другой, потому что они рпал скинул. Я хотел... Нахуй ты там, нахуя ты нараливаешь, что делать? Забрал кто-нибудь другой. Скажи мне такую вещь, нахуй ты грудак брал, когда у тебя 4 куска? Ну так, блядь, ничего. Если кто-то не ролит, я на анхолику паролил, сделал анхолика. Вообще никому. Почему нахуй? Мне, допустим, на рпало бы надо было. Я тогда, мне не сильно нужно. Нам успех ролили, блядь. Он мне сильно не нужен. Кинь, блядь, обмен. А? Зачем тебе грудак напало? Там же типа 50-е берут. Бомж. Нет, я на холле, если не надо мне, в принципе, я отдам, если кому-то надо. На холле, вот да, то же самое, это кольцо, оно же ой, не... Ой, я просто в холле спеки иду, как бы, а, ну, на мейнах, ой, тьфу, блядь, на РДД, грубо на. Вот это кольцо, оно же не на ретрика, оно что, ретрика ушло? Нет, кольцо нет. Это дробящее, какое кольцо? Ебать! Соточка. Холи палу? Да, нахуй она нужна. Пушка, говно. Бессмысленно. Там либо эрдру, ну, в каких-то случаях эршам еще, хотя тоже говно. На пристана тоже, да, говно?
Да, ну смотри, чё... я не знаю, как на холика, но на ДЦ точно параш. Давайте пулять уже, типа, перерыв кончился. Подождите. Ох, ебать, у нас рога, что ли, есть в рейде? Да. Кому кольцо только ушло? Чё это ушло? Кольцо? Какое кольцо? Кольцо я забрал. Кто это? ДК. Я ДКшнику отдал. Я, короче, грудак на успех. Заебись. Монород выиграл. Не идешь, потому что, блядь, сролил грудак, да? Или потому что ролил, блядь, перчи из-за этого? Нет. Блядь, чувак, я потом нормально всех укусил. Все нормально бы сделал. Я три раза нормально всех укусил. Хилы просто рейд подняли. А если б хилы не подняли, ну, был бы... Ну, базара нет, ну, блядь, я не понял просто, что это за хуйня. Я потом нормально всех укусил. Когда мне сказали, что сделать, я всех нормально все сделал. Давай так. Если у меня будет сложно, то... Ладно. Ну, ты дальше, да, разруль-то ему шмот. Не, ну, просто, нет, кольцо все просто я выиграл, так обидно, пиздец, я вот за ним бы что ходил, блядь. Блять, что я скажу? Да, Редвар вообще был тут пол рейда покикал, а че он там? Вообще нахуй не дал бы, блять, шмотка нахуй. Что-то погоди, куда ты ломишься, медведь, еще не скат. Войт, у меня как всегда 40 минут осталось, хорошо? Час ночь. Лёха всегда с нами. О, снимите ход. А, это ну, все нормально. Чё-то я чуть не это. Не сдох, ебать, нахотал весь рейд. Там на друиде еще сколько печенек осталось? Тебе три, по-моему, да? Нет, там или три, или четыре осталось. А, нет, три осталось. Да. Там по одному разу по одной выпало, и две потом выпало. Ладно. Еще одну осталось выиграть, и будет вообще заебись. Я знаю, сколько ты еще запишешь, да. У меня у шамана там пиздец. И печеньки, и простые, героические, Т5, блядь. И тоже кидает в рейде, не знаю зачем. Да я Ренха хотел, Леха сказал, хуй тебе, а не Ренха. Это четвертых где-то 6 штук. Это четвертых, блядь. Монороток и у меня же не на друиде. На друиде еще не был. На шаманели, да. Это что, блядь, теперь он там делает? Саново, да, вот так, блядь. Да нет, там Леха пусть. Там просто Леху. Они Леху доебали. Я, получается, хил фул одел, элен фул. И куски не, ну, не нужны были никому, как бы. Я на успех нажимал, как бы. И мне начали отдавать. Пока Леху не довели, я успел два полутать. А еще два надо на энху. А сейчас он что-то негативно относится к энху. Ну,
да нет, Лёха просто меликов недолюбливает. А, в натуре, слышь, ГП некому начислить. Да, все равно заберу эти два куска, ебаного. Знаешь, плечи. Сейчас вообще Т5 на офспек не реально полутать по-ладиновски. В мейн рейде, да. У нас все время новеньких добирают. Да хуя кто. Слушай, у нас ДВ статики на друиды токены продаются? На друиды вообще ни в каком статике, по-моему, не продаются. Не продают. Это самый редкий токен, ты о чем вообще? Нет, там я что-то, мне кто-то два покупателя, я на Лёху хуячил. Я не люблю этой хуйней заниматься. А меня перекидывает, только на друида хрен там дождутся еще в ближайшие несколько месяцев. Не, там еще на шамана надо было. И на друида меня спросили. Ой, друид, вар, там самое сложное. Там просто и ДК идут. Ну понятно, они неравномерно распределили классы, поэтому самые востребованные. А присты там чё, как, с кем? Там даже, знаешь, этот старый, там даже не в этом проблема, а в том, что на друида реже всего... Ну да, я как вспомнил. Знаю, там балансили, значит, они свои токены на шамана, они каждый раз падают. Паладин, шаман, рога, это пиздец, еще и роги ни одного в рейде не было. Как вот смотри, один. Чтобы ты понимал, воин, жрец, рыцарь, ну, ДК и друид, блядь, это что за хуйня? Ну это очко, я же говорил. Там ебанули охотник, маг, чернечищник, который вообще нахуй никому не надо, блядь. Там и... А толку? У нас принимать только Лёха может, по-моему. Я могу. А, зам ГМ-ки или с офицерки? С офицерки Миша вчера говорил, что он не может принять. Не знаю, недавно брал. Давай, пускай у меня лагать будет на птичках. А, ну может, Лёха и сделал то, что ты говорил этого, Малдазарова. Пиздюк летит, ребят. Не-не, походу... Войско, как остановите, да кажется. Не знаю, я твина чего-то, кого-то брал позавчера. Он под краном сидит. Это ж пытки были такие. Ну, человек с ума сходил. Ну и еще и как пушка ехала. В курсе, когда в Китае расстреливают, счет приходит за патрон семье типа, которого расстреляли. Заебись. Хуя не охуели, слышь? Еще за патрон. Мужа бахнули, жене ответ выставили, ебать. Не, я знаю, что в Китае, вот, блять, нам бы такую хуйню. Вот, на, и этот предпринимательство, например, укладывает этот асфальт ебаный. Если асфальт дерьмо, чувака казнят потом. То есть там, если не то, что, если они еще и не успевают по срокам. Ну, сроки не выдерживают, по срокам не успевают, все, до свидос, нового начальника можно искать. Чума тоже. А где кровь у него возьмется?
С пятки не притягивается, да? Почему притягивается? Я так не пробовал, нихуя. В смысле хватка, нет? В десятке типа хваткой можно обратно притянуть и бесить ее. А в 25-ке нихуя. Думал, ты вообще про притяжку. Бля, Кирс, ты где стоишь? На ступеньках сзади, блядь. Ой, блядь. Вракаина. И Гохар тоже там стоит. Да пусть за компанию сдохнет. Че, можешь? Старый не прохилил. Фу-фу-фу. Взял и перегон перед боссом. Блять, я шмотки рулю. Извини, братан. Такая жизнь. Сейчас спросим, кто. Только ты когда перекур дашь, еще шмотки пароль. Нет, так не кайся. Блять, а что мне делать? Вот ты будешь курить, а мне хуй делать. Можешь приседать, поджиматься. Не, спасибо. Старый, ну для начала можешь меня резать. А че хуй ты раковина, ебать. Не сказал, что отходишь. Я его, значит, кусаю, как Вазелин выражался, чтобы у тебя ХПС был повыше, а у тебя он не вырос. Ракуха. Это козырная отмазка, надо запомнить. Ага. Упустить дела, чтобы у него ХПС вырос. Слышал такое? Я когда это услышал, так дико ржал. Хуяно, хули. Ой, чё я на Синдре пизднулся будет. Ты главное похиливай, они ж не шотают бомбы. Да понятное дело, что не шотают. Это мы поняли еще тот рейд на той неделе. Когда ДК там бедники в ахуе был. Кил куда все бегут, блядь. Я тебе говорю, мой народ, я вообще в ахуе. Стоим ДК пук, короче, просто по центру стоит, нихуя не понимает, почему все прячутся за глыбы. В него бабах. К тому же люди в Дискорде ставки на него ставят, отбежит, не отбежит. Старый вагон. Ты, короче, надеюсь, я тут прыгаю, жду, да? Когда ты меня похилишь. В смысле, я только на тебя охоту и кидаю, больше ни на кого, блядь. Все, пойду я тоже пасу, бутер сделаю, еще что-нибудь сделаю. Да там же дохуя генератор есть. Ну какой-то лок. Смотри, сейчас старый уходит, быстро разраливаешь, чтобы он не видел. Молдазар есть. Япончик, нахуй, он где-то уже, да? Так, а что у тебя за... Он Мозер стоит, хуйней страдает, блядь. Вон Карину спросите, у нее там персов. Карина вообще за милую душу. Только нахуй сосить будет половина, если лапнется. Тут уже два раза всех можно нахуй Бля, у меня через полчаса день рождения. Заранее нельзя, да что такое говорить? А почему нельзя? Ну, потому что это день рождения. Нормально. Да-да-да. Нет. Да. Мирок, забери босса.
Мне опять поручили, не убейте, пожалуйста. Ну ты 5, да, у медведя? Окей. Духа потанчит. Мишка на второй фазе только пушил. Если ты Леху уговорил, Риши. Так, я отметила, где ты. А, у меня, я его не вижу, я... А у нас кулаки апнутые раздают вообще, ну? Зорная тренинка. Чё такое есть? Пиши, ребят, в чат, там нет никого желающего. Так давай я опять зайду в Лилипс. Кирилл слот будет, его. Короче, накосячишь Лилипс, вообще без шмота будешь. Устроит? Да устроит. В чем проблема, блядь, если нормально бить? Все. На второй фазе левый центр метки. Все там уже заходит, пробка. Заходи пока, я смотрю. Так, Мишка, все прошу шмот есть. Прошу шмот есть, Мишка. Чок на кулаках, кто был, не обманул или чё? Вас четверо сейчас, Браска мне. Что четверо? Я, блядь, каски бафал, я здесь, понимаешь? Это всё это самое. Там и казино, если не заходишь.
проще забить. Значит, другой себе есть. Всем. Кто? По отчету. Так, после пяти побежим. Зачем утром? Погибни! Шторы, старика, старика. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Располагают, что ли? Вероятно. Тяжко себе. Вы чувствуете и пищите, смертные, ибо ваша шалкая магия теперь бессильна. Здесь ваше вторжение не окончится. Никто не уцелеет. Друг с другом не топчитесь. Погибни! Минус еще. Вот, где Проня, сносите первую. Тяжко будет скоро. Я ж не знаю, как у нас тут есть. Центр. Теперь бессильно!
Центр. Да. Даль, лево. Лево, близ. Блять. Даль, центр, чуть-чуть правее. Крайне. Бейте метки. Да. Я тоже. Рейд, отойдите назад. С метки выносить будете. Танк. Сойдите от меня, алло. Алипс, как у тебя дела? Да вы. Да слышу, слышу. Да, блядь, уже там какая разница. Суть в том, что рейд не заморозил. Штора. Коля, ты, сука, прикалываешься? Ой, друзья. Поехали. Девять лям. Так как нахуй? Мы троем жили, освобожденка только на нас, ебать. Я пока захиливал, нахуй. Пиздец, короче. По три, по четыре глыбы морозят. Но это как, ебать? Центр. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Побежать сейчас не успели. Бог, дайте. Сейчас бы ответный удар получить от того, что сам себя прохилил. Блять, у нее даже звание Витя, нахуй. Рыбу поставлю.
чё лутит исполнять? Слышишь, у тебя ты тут? Что? Ты чё исполняешь? Кого? Да хоть ты в центр глуби подходишь. И ловишь вторую глубу. Хуяли, нет, вы, блядь, с престолом вдвоём поймали. Сука, мутант. Кимбыч, может, пришел, не? Че ты всех локов покикал? Как мы стамонить будем сейчас? Вот, вышел один какой-то из дух, из тела. А погоди, не заходи в инст, где твой тельце бренное? Сейчас попробуем резнуть. Блять, где это ебаный рез у меня? Куда ты с тела-то встал? Да. Да вот рез. А, это не он, походу. Я на пару минут отойду. Вот я его сбоку резаю. Сейчас должен резнуться. Че, лок, пришло что-нибудь? Вон сам ПС ДКшки. И не прятался он еще. Не считал нужным. Если честно, тут и, блядь, свои-то нахуй долбоёбы, ёпта. На двеньках сидят. Давай пробафаемся. Пусть к нам. Давай мастера аура, да, на коня. Хорошо, мастера аура на коня. Коли пал, сдохнет, песня прочь. Побежали. Раз, два, три, побежали. Надо сейчас захилить Синьковского. Погибни! Фак. Можно обороться. Хули вы думаете? Так они могли просто перебежать, мы бы их захилили. Разница. Нет, так это мы побежали, поэтому нас они прохилили, потому что мы бежали сюда. Так, подожди. Там же есть те, кто с этой стороны остались, они бы портнулись бы вниз, да и... Там два человека хватает. Давайте, подходите сюда. Ну, заходи. Вот он, душа. Паша, скажи, ой, Паша. Так они его убивают, потому что он резается, блядь, как это, когда ид заполнил. Нахуй. Да погоди, вот иду сейчас, 2 секунды. Все, на счет 3 погнали. У кого-то ебут. Я не вижу.
Да, конечно, они нам весь рейд положили. Как ты можешь не видеть людей в туннеле просто? Я не могу понять. Ты не вышел. Да ты охуел, там нас просто, там пиздец. Фишка-то в том, даже если ты человек 20 выходишь, у кого-то компьютер слабый, кто-то заглушает, у кого-то чё, они толпой просто убивают по одному и все. Как дурачков просто убили, нахуй. Патча. Деньги вкипать. Или на Лока. Ена, пофиг. Завтра со мной с другого перса пойдешь просто. Я тоже ластрай. Твой чай,